заменим сидушки. На более удобные. Посмотрим, что они собой представляют. Те сидушки, эти сидушки. Можете представиться, скажу вам. Ага. Значит, вот они сидушки, которые поставили совершенно новые. Греют, продувают и массажируют. И сейчас мне расскажут, что и что и как. Итак, садимся. О, не влазим. Ну, давайте начнем с нижней подушки, да, с нашей опции электрически регулируемая поколение опора. То есть изначально уже визуально нижняя подушка длиннее, да? Да, вот она. Также ее можно еще выдвигать вперед, регулировать. Вот, то есть здесь есть кнопка под коленной опоры, на которую вы нажимаете, она у вас загорается, издается звуковой сигнал, и вы можете выдвигать ее вперед. О, вот она поехала. Отлично. Вот так, я думаю, как комфортно, угу, да? Можно, да, еще, в принципе, да, то есть до 70 миллиметров. Регулирует по своим ногам. Да, то есть каждого под себя сможете подрегулировать. И обратно. То есть площадь опоры получается больше, и езда комфортнее, потому что попа устает из-за того, что, ну, да, малая площадь опоры. Здесь идет поддержка дополнительная, угу, и гораздо комфортнее вы себя чувствуете. Угу. Вот. Следующее — это поясничная поддержка, кнопка. Нажимаем. Вы ее можете регулировать вверх-вниз, да? То есть, да, по росту. Угу. И вперед-назад. То есть надувать ее больше и сдувать. Это все тоже регулируется, угу, кнопками. Там две камеры пневмо, они регулируются. Так. Она просто уже... Да, смотрите, поясничная, ага, поддержка, она такая довольно интересная опция. Она ездит и вперед, вверх, и при этом еще может ездить вниз, да, и сдуваться. То есть здесь необходимо будет, угу, под себя настраивать, есть инструкция, посмотрите, под себя настройте. Далее это боковые поддержки. Вот эти поддержки, которые могут надуваться. И как бы обнимать талию. Да, то есть здесь смотря по ситуации. Если вы едете зимой в куртке, да, то вам просторнее. Подбили, да. Если вы летом, вы можете их, чтобы они покрепче вас обнимали. А тут какие кнопки? А вот эти влево, они получается сдуваются, надуваются, чувствуете? А вот так надувается, да? Так сдувается. Сдувается, а как? Так, а вот так вот, да, да? Ну, так не спеша. Да. А, и самая, наверное, интересная, комфортная опция – это массаж, да? Вот здесь, ага, массаж. Кнопка в спинке сиденья включается массаж. А ну-ка, и давайте. Еще, давайте включим. Мы включили, мы активировали первую программу. Ага, она продавливает. Так очень, да, интересно так. Вот. То есть там пневмокамера работает. Пробовали. Да. И, угу, можно настраивать по интенсивности. Угу. То есть также, если вы по интенсивности это вот этими кнопочками? Да, это этими кнопочками. То есть вот этими двумя или вот этими двумя? Здесь меняется у нас интенсивность, то есть сильнее. Ага, вот. А здесь промежуток времени, то есть быстрее, чаще, меньше, да. А повторным нажатием включается следующая программа. То есть есть точечный массаж, есть попарный, волна. То есть насколько программы. Я понял, три программы. Ага, читал про ваши, это есть. Вот. И мы можем еще включить дополнительный массаж в нижней подушке. То есть, ягодицы. Заметили, да, его можно включать по отдельности, угу, и вместе тоже можно включать. То есть уже по вашему желанию. Продавливание такое, да, небольшое. Из дорожной ситуации, да, что у вас устало, что необходимо, угу, какие мышцы расслабить. Очень хорошо. Это что касается опции, да. А так, в принципе, визуально отличие тоже можете видеть, да? Подголовник новый. Во-первых, стал выше, вы высокий. Да. У вас теперь это в самом нижнем он положении. Его еще можно выше, угу, поднять. То есть голова будет касаться подголовника на уровне головы, да? И будет уже гораздо комфортнее, не будет напряжения в шейных позвонках. Вот. И мониторы, угу, которые на сиденьях установлены сзади, они тоже стали выше.
для задних пассажиров, чтобы они были это на уровне. Это с тех сидений сняли, да, мониторы? Мониторы, да, штатные, переставляются на наши сиденья. Есть такое дело. Спинки тоже новые. За счет этого увеличивается пространство. Кожа? Конечно, кожа натуральная, высокого качества. Спинки увеличено пространство для ног задних пассажиров. Тоже для ну, них да, больше тоже стало. Кое-что сделали. Что касается продувки, значит, и обогрева, это все решается вот отсюда, да? Да, то есть управление вот остается штатное. Система маты подогрева заново изготовлены, подколенная опора тоже будет подогреваться у вас. И даже вот это подогревается, подголовник спина, вот да, это? Будет подогреваться. Подголовник не подогревается, только спинка, низ и подколенная опора. Вентиляция также увеличена, как бы улучшена, да? То есть более точечное распределение воздуха по всей спинке, по всему телу. Ну, вот это вентиляция, чтобы не чувствовать, это когда, вот наверное, вот будет мотор заведен. Да, или что? Подколенной опоре нету вентиляции, только вот именно здесь по профилю. Хорошо. Хорошо. Как вам удобно? Да, удобно. Все это действительно хорошо массажирует. Так это не спеша все это раз. Так это приятно. Вот. А это кресло? А это штатное еще кресло. Это, то есть вам заменили одно только сиденье МВС. А второе это как раз штатное, вот с чем мы можем сравнить, да, что, какие отличия, какие новые появились. Когда поедем, можно удобно расположиться, будет спинку проминать. Вот это, а значит, вот это вот, ну, говорит, обдув, это когда двигатель заработает, да? Ну, хорошо, хорошо. Значит, как это все выключается теперь? Выключается, покажите, смотрите, пожалуйста. Значит, нижняя подушка одним нажатием. Нажали, все, прекратила работу, да, нижняя подушка. Да. А спинка, там три программы, то есть каждый звуковой сигнал – это программа. Сейчас два звуковых сигнала было, значит, вторая программа включилась. Теперь три. И четвертым нажатием выключается. Ага, вот, спасибо. То есть повторным нажатием, ну, тоже, чтобы спасибо. Лишних кнопок не делать, да, и так достаточно много опций. Вот такое вот управление. Остальное вот это вот все здесь имеется, вот эти вот, то там вперед, да, назад, да, там да, это да, так да, далее, вверх, так далее, так далее. Все регулировки. Ну вот. На этом кресле это будет вот совсем другое, практически, грубо говоря, новая машина. Да. И, насколько я понял, вот это вот кресло не то что уступает, а даже лучше, чем у BMW и у Mercedes. Это уже классно. Да, да, все верно. Изготовлено оно, значит, где там, за кордоном, не за кордоном? Вообще основы, да, основная масса у нас находится в Германии, но сборка и пошив уже происходит у нас в России. Поэтому можно смело сказать, да, что в России есть хорошие производители, которые могут... Строчечки хорошие такие, вот все это сделано. Да, самое главное, что все сделано в оригинальных цветах, Lexus, и подходит к заднему дивану, к дверным вставкам. А вот там что-то насчет подушки безопасности, что-то там было, насчет якобы какая-то. Где она вот вообще? Она вот здесь вот находится, в, ну, у вас с той стороны, в сиденье. А, вот здесь вот. Да, вот то есть здесь. Она и здесь все это да, находится, она да? Она обязательно остается штатная, чтобы функционировала по заводской технологии. Здесь, да? То есть она уже, в смысле, это вы не с той не брали, а уже своя. Это как обязательно бы. Штатная. А, вы конечно. Вынули и сюда да, вставили. Да. А, вон она. Вот, так что тут будет в случае чего поддерживать. Да. Так. Вы специально приехали с Москвы или как? Специально приехали. Я наверное, один из первых, этих, ну не хочу сказать из первых, но в Ростове один из первых людей, которые вот это... В Ростове-на-Дону, взял. Да. И вот все это делается. Значит, такое же кресло будет здесь. Да. Вот. Это. Значит, вся электрика, все подсоединено, согласовано. И все это сделано, да? Что еще скажете? Доброго здоровья. Спасибо большое, спасибо и вам доброго здоровья. Объяснили хорошо. Так что будем ездить и наслаждаться, да. Хорошо. Все, спасибо. Показываю, как она, что она.
Одна, значит, и опускается, и поднимается, и тут прогревается, и тут продувается. Ну, так вот. И пульта. Пульта управления. Пульта мульта. Что еще? Вот она, знаменитая фирма Eulabe MBS. Есть, да? И теперь смотрим. Вот она, кресло сделано. Это что такое? А, какие-то винты. И тут действительно пространство, смотрите, по сравнению с тем креслом. Она как бы идет так, а это вот сделано побольше пространства.